О, делегация пошла за ягодой. Такая большая честная компания. А мы тут тоже по-своему отдыхаем. Вон, грузим на костер огня. Как сказал Егор по-английски, дрова — это firewood. Вот у нас тут всякого полным-полно. О. Надо просто, когда будет вниз вываливаться, вот это, который мы сейчас кладем, борт немножко придерживает, чтобы он его не зажимал. Вот это супер машина, которая нам очень помогла. И которая в то же время она смертельно опасная, просто убийственная. То есть такого нигде нет, наверное, в мире. Чтобы этот задний кузов, борт, который открывался, вот этот вот, нависал, а он сколько килограмм висит, не знаю, может 300. Мог любую секунду отрубить голову, или сломать шею, или голову раздробить, или руку. Ты так вот складываешь ветки и представляешь, воображение тебе рисует всякие разные картинки. А ты Бога славишь за свой русский менталитет и все такое. Тут тоже такие борта все, они уже такие страшные. Ты занозу себе под ноготь 5 мм длиной. Брат мне еле иголкой выколпал оттуда ее. Слава Христу, хоть есть брат только, который понимает. Ну, хорошая машина, двигатель, конечно, не тот, не родной. Двигатель тракторный стоит. А то вон какой аккумулятор стоит мощнейший. Тут тормоза какие-то. Насосные, воздушные тормоза. Если тормоза не зарядишь, то потом не остановишься. Будешь ехать, пока не встретишь какое-то естественное препятствие, естественный тормоз. Ну ладно, вот пойду помогать братьям. Вот что начудили. Слава Христу. Ну, себя нахуй. Давай, брат, прекращай. Подожди. Все.